можно прям гладить. Можно, можно. Нам с вами на радость. За экскурсию, очень понравилось. Мы его выпускаем погулять, он у нас имеет, так сказать, выбор. Если он убежит в природу, то это его право будет. Но мы его кормим, поем, любим. Он и сам уже, видите, не выходит. Вот его будем приглашать. Что ты к нам попросил? Вот сейчас можно погладить, покосить. Конечно, здесь, мальчишки здесь и живут. Я не знаю.